Я удивляюсь наївності наших українців. Нічого не буде, ні голода, ні війни і так далі. Нам уже закрили рти і показали, що ми ніхто, коли була определенная болезнь. Поэтому сейчас они могут это устроить легко, подняв цены до небес, и многие просто не в состоянии будут купить в магазинах эти продукты. А вот те, кто может вырастить себе что-то и сделать какие-то заготовки, то там реально можно выжить. А еще рекомендую переходить на малоедение, чтобы организм мог очиститься и быть подготовлены к переходу, потому что переход еще не закончился, жатва еще идет. Мясо теплокровных животных нам запретили кушать в 2012 году. Разрешили только мясо хладнокровных, это рыба и морепродукты. Поэтому максимально переходите на хладнокровное мясо, если вы не можете пока отказаться от животного белка. И когда я это все узнала еще в 2008 году, я себе поставила цель уговорить своих близких уехать с Киева. И только через 10 лет моя семья согласилась, и мы продали квартиру и переехали в село. Для того, чтобы в первую очередь обеспечить себя всем необходимым при вот таких ситуациях, которые сейчас. Я не могу озвучить, почему отключают нам то, что сейчас отключается, потому что я записала ролик. За 5 минут его снесли, и пришел страйк серьезный. Поэтому в первую очередь подумайте, что выжить можно только на земле. В городах это нереально. Я уже 6 лет здесь, и в этом удостоверилась. Всем удачи!